Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте победителя еженедельки. Вчера на... Я, по-моему, вчера или позавчера? Позавчера, говорю. Или позавчера мы, короче, выбрали победителя еженедельки. Он отказался от Огника, потому что Огник, как видите, у него есть. Вот такой вот у него аккаунт. Андрей, 318 тысяч... Силы немножко донатные, но ему не хватало космо, и он решил выбрать другой пак. В принципе, правилами как бы это не запрещается. Конкурс на Огника, но если человеку надо что-то другое, то он это получает. Такс. Что в итоге мы имеем? Поехали. Так, что у него там по героям? Вот я что-то так пролистал. 79-89. Роза, Нек, Огник зато есть. Землеройка, Свалин. Арктики нет. Офигеть. Ну, в принципе, начинающий донатный аккаунт. Такс, поехали. Забрал я ему вот такие вот плюшечки, ребятушки. Космо. Также сейчас пойдем паролем ему зефирку. Топовые плюшечки, сундучки. Но это не все. Также есть сегодня у нас пакет накопления, довольно-таки неплохой. Вот рунки он просил, восьмые, вот восьмые руны, еще куча плюх. Ну, я считаю, неплохие плюхи сегодня раздают. Поехали посмотрим, что тут у нас по магазину скидок. Да, ничего такого интересного нет. Короче, давайте попробуем, может, скидку получится больше выбить. Ну, такое себе. Руна эмблемы стоит. Жесть, короче. Давайте одну смену сделаем. Ну, вот такое. Русский сервер, как обычно. Так, поехали на парящий остров. Есть у нас 50 попыток. Так, зефирка есть, зефирка есть, зефирка есть. Это нафиг не надо, это нафиг не надо. Зефирка есть. Ебой, ебой. Отлично. Вообще огонь. Итого, смотрим, что мы тут получили. Дополнительно еще плюшки получили. У него нет эмблем, ну понятно, начинающий аккаунт. Посмотрим по восьмеркам, тут вообще у него печаль. Но интересно, сколько у нас зефирки уже собралось. Так, это надо сделать вот так. Так, отлично. 32. Ну, в принципе, тоже довольно-таки неплохо. Начало есть. Такс. Поехали. У нас еще есть топовые акции. Сегодня хватайка. Надо будет тоже позабирать их. Так, 5 попыток у нас есть. Ну, поехали, посмотрим. Чик. Приз какой-то получили. Пакет опыта, ну окей. Чик. 5 жетонов дали нам. Хорошо. Чик. А что тут у нас? Опять пакет опыта. Да, это жесть. Издевается. Сущность студена. Ну, короче, неплохо, неплохо. И жетон 5 штук. Вот так вот. И делаем вот так. Чик. Сундук замка по 35 штук. Ну, вполне неплохо. Неплохая акция. Тань. Дек. День замка владельца. Специальная 1 плюс 1.
Магазинное безумие. Сейчас тоже посмотрим. Короче, дофигища акций сегодня есть разных. Неограниченный запас. Ни в чем себе не отказывайте. Так, Роза. Ну, это он сам захочет. Будет ловить их. Найм героев. Это мы сейчас пойдем потрешуем. Так, окей, добираем плюхи. И поехали, пооткрываем. Ну, неплохо дали. Так. Давайте сначала вот это. О, щит. Ну, скин на стрелка собрали, отлично. А тут у нас... А тут у нас свален. Ну, немножко свалено. Давайте вот это пооткрываем. Коробочки, ну отлично. Вот коробок нормальный, сейчас натащим на девятку. Я вообще не смотрел, сейчас посмотрим, что у него вообще там по героям стоит. Так, ну плюх нормально мы набрались. Давайте шестые пооткрываем. Тут хорошо падают скины на некоторые здания. В свою очередь на английском сервере я дофигища пооткрывал их. Так, облики. Год. Год есть у него, стиль зданий. Посмотрим, что у него тут. Так, тут мы улучшили. Нифига себе, у него многих зданий так и нету. Вот что значит умеренный донат. Все. Так, с этим разобрались. Интересно посмотреть, что у него тут по коробочкам. По коробочкам. Где там его коробки? 185 коробок, неплохо. 42 таланта уже есть. Для прокачки что надо. А что у него для космо есть интересного? По талантам. По талантам что-то ничего для космо нету. А космо у него что есть уже? Ремочка, ребятушки, вообще отлично. Огонь, огонь. Вот так вот творятся чудеса на аккаунтах. Участвуйте в еженедельках, и будет вам счастье. Такс. Окей. Окей. Очень много героев у него нет. Ну, видите, он постепенно всех качает. Поменять. Заменить. Улучшить. Друже... А, у него нету. Нифига себе, да ладно. Да ладно, кулаков нету. На таком аккаунте. Жесть, ребят. Вот это да. Офигеть, нету кулаков, чтобы прокачать героя. Так, воодушевление. Отлично. Ну, вот так вот. Железки. Для подземок, раскол, пакт, рем... Ой, ремки нету, видите? Исцеление зато есть. Ну, отлично. Добавили восьмых моему эмблемочек. Но самое главное, что у него теперь есть куча ресурсов для прокачки. Такс. Такс, такс, такс. Рекс, фэкс, пэкс. Сейчас надо, ребятушки, жахнуть. Рыцарь. Надо слотов добавить. Кенди. Еще слотов. Седна Асура. Неплохо. Рогаточка. Блин, а падает-то неплохо. Дед Мороз. Паладин. Ну, паладина я вам показывал. Ворожей. Ну, зачем ворожей? Анубис. Короче, падает. Фрея. Бугимен. Нифига себе. Вот это да. Вот это да. Офигеть. Ладно, тысячу самому моему оставим по-братски. Вот это жестко, конечно, нападало. Я фигею. Посмотрите, какие тут герои просто тупо выпали. Офигенно падает. А ну без Фрея что-то их не показал. Ну блин, круто. Ну конечно, с недостающих мы ничего толком не достали. Как обычно. О, еще один подгон коробочка. Блин. Конечно, печально, что у него нету этих. А, это у него же шрун нету третьих. Он себе сможет... Ну, я имею в виду не третьих, а шестых. Седьмые эти мы достали. Девятки, в общем, для него не будет проблемой. К
Коробки для чар есть. Отлично. Так, находится он в гильдии Warriors Moon. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые места. Ну, что я могу сказать? В принципе, довольно-таки неплохо. Мне понравилось. Надеюсь, ему тоже понравится. Плюшки есть. Желание исполнено. Исполнено. Участвуйте в конкурсах. Всем удачи. Всем пока. It's all about humanity.